Ну хорошо, да. Вот об идее украинства. Понятно. Понимаете, об идее того, что вот, так сказать, некое, знаете, что некий, так сказать, еще один из русских народов, им сказали, что вы не русские, вы должны русских ненавидеть и воевать с ними. Вот эту идею надо вытравить полностью. Да. И работа эта вестись будет очень долго. Сколько мы из них это все дело будем вытравливать? Только но прежде чем начать их вытравливать, воспитания. И прежде чем они начнут осознавать, что нужно обучаться и нужно видеть другую жизнь, их сначала надо убедительно победить. As much as the Russians want to destroy this culture, the literature, the art, the painting, the music, the dance, all of it, the clothing, well, they can try, but the Ukrainians are not going to let that happen without a fight. And almost to a man and a woman, they're going to do what they can. What you're about to see is the practice for a dance of national heritage, music and dance of the Ukrainian people for Passover.